сейчас посмотрим, что у нас кто-то есть. Так. Мы будем систему бить паровозом. Контртур скрипят, ну, забил. Будет тихо подкатывать. По-хорошему с левой руки ударить, но не уверен. Че, блин, первый пошел, разминка закончилась. Порядочек. Так, ну, матчбол, надо стараться. Так, чужой глянули, он сейчас наглядненько прострелимся, визуализируем. Вот, под шар поставили наклейку, только не касаясь чужой лузу, которую отступили полтора. Это будет точка стреля, где должен находиться до того момента удара для забития чужого шара. Забьем, будет чужой, попадем в точку. Партия, вот под себя-то такие завел после удара, это ошибка в технике. Еще пока чужие есть, пока не забить, я просто играю, и пока разминаюсь. Короче, даю право, чтобы играть лево на чужого, чтобы он на короткую борта скручивался. Все, задавил. Ну, шар очень. Такой коварный, на борту прижатый кузе, на строгом, на строгом